120 лет прошло со дня рождения выдающегося политического деятеля, писателя-публициста Абдрахмана Айсарина. Свою жизнь он посвятил творчеству и борьбе за свободу казахского народа. На вечере его памяти побывала наша съемочная группа. Вечер памяти Абдрахмана Айсарина проходит в теплой семейной обстановке. Родные, близкие и поклонники творчества автора собрались в библиотеке имени Сабита Муканова, чтобы вспомнить, каким он был при жизни. Сын казахской земли посвятил себя борьбе за свободу родного народа. Главная цель мероприятия – это популяризация и ознакомление земляков с творчеством Абдрахмана Айсарина. К сожалению, до нас дошла лишь малая часть написанных им произведений. Его имя с арабского переводится как «слуга всемилостивого». Уроженец села Шога Акусакской волости Петропавловского уезда свой творческий путь начал с работы литературным сотрудником в газете «Ушкын» и «Инбек Тулы». В 1926 году он попробовал себя в роли журналиста. Спустя 6 лет возглавил местное отделение Союза писателей Казахстана. В 1938 году его арестовали как одного из основателей партии «Алаш Орда». Отправили в Карлак и расстреляли. Великого предка знают и помнят его потомки. Я хочу выразить слова искренней благодарности, огромной признательности коллективу областного музея, библиотеки имени Сабита Муканова. Абдрахман Айсарин – видный политический и общественный деятель нашего северного Приишимья. В разные годы занимал ответственные посты в руководстве, был истинным патриотом своей страны. В большинстве произведений Абдрахман Айсарин рассказывал о жизни казахского аула, неспешной и текущей, подобно горной реке. Отдельное место в его произведениях занимают темы любви и свободы. Увидели свет всего 17 работ автора. Остальные были изъяты и уничтожены сразу после его ареста. Дарья Пышменцева, Жулдызбек Ермуканов, новости МТРК.